Впечатления замечательные, даже очень жаркая погода на самом деле не помешала, потому что ветерочек и на набережной, я думаю, что все получили огромное удовольствие. Самое главное сегодня все вместе, вместе с спортом, вместе за единое дело, за развитие нашей Омска и Омской области. То, что столько людей как бы сели на велосипеды, наверное, это говорит о том, что действительно как бы мода на спорт, на здоровый образ жизни в нашем регионе повышается, растет. И внимание руководителей региона тоже к спорту повышено. И именно вот таким масштабным, массовым мероприятием это очень здорово. Мечей стало больше, заниматься регулярнее спортом. Во многом этому помогают вот такие большие, красивые спортивные праздники, спортивные мероприятия, где абсолютно любого возраста человек мог сесть на велосипед и почувствовать себя главным на дороге и проехаться по самым красивым местам нашего города. Главное, это массовость, очень много участников, как профессионалов, так и просто зрителей, любителей. И второе, конечно, это то, что перекрывают всю улицу, набережную. Это единственный раз в году, когда можно прокатиться с ветерком и безопасно через весь город. Мы первый раз участвуем в велогонке, это супер. Это, конечно, проверка своих сил, эмоций. И я очень рада, что я это сделала вместе со своей дочерью. Спасибо организаторам.